Всем привет, друзья! Продолжаем играть за Demon Hunter. В предыдущей серии я, когда ждал подземелья, выключил микрофон. Привычка у меня такая — выключать микрофон на всякий случай. Всегда. Вот. Но забыл включить его обратно. Так что большую часть той серии я молчал. Вот. Ну и точнее, говорил, конечно, но вы меня не слышали. Ну что ж, давайте тогда продолжим с того места, где остановились. Джейл, речная грива, с ней надо поговорить. Говори громче. Теперь, когда главная... Так хорошо слышу. Теперь, когда главная угроза миновала, фермер Майя уже сама присмотрит за полями. Понятно, фермер Майя. Но расслабляться еще рано, скверняшка. Наши рыбные хозяйства для нас ничуть не менее важны, чем поля с посевами. Они в еще большей опасности, чем ферма. Если, конечно, рыболов Крилл не преувеличивает. Пусть будут полноводные. Теснини бурлящей воды нуждаются в нашей помощи. Хорошо, поможем. Я люблю помогать жителям этого мира. За это мне дают опыт и плюшки. Почему бы и нет? Так. Вот он, рыболов. Клёвая у него шляпа. Зачем она ему вообще? Красавчик. Доброй охоты. Твое появление здесь очень кстати. Драгбары с каждым днем становятся все агрессивнее. Драгбары повязали всех, кого могли, и угнали в пещеру, что неподалеку отсюда. Думаю, если ты поторопишься, то еще успеешь их спасти. Не знаю, зачем им понадобилось брать в плен моих соплеменников. Я содрогаюсь от одной мысли о том, что они могут с ними сделать. В глубинах властвует одна лишь тьма. Береги себя. Так. Если племя речной гривы перестанет поставлять рыбу, на нашей горе скоро начнется голод. Так. Как рыба без воды. Драгбары словно с цепи сорвались. Они крушат все, что попадается им под руку, и выбрасывают рыбу на берег. Хуже всего то, что сейчас совсем не время для рыбной ловли. Рыба должна метать икру, и ее нужно срочно вернуть обратно в воду. До встречи. Так, вернем рыбку бедную. Лети. И поговорим с Джейл. Река – источник жизни. Опрыскиватели с приманкой для вредителей, который ты забрала у Ормгула, вредителя, должен помочь нам в борьбе с драгбарами и их насекомыми. Опрыскивай из него драгбаров, и тогда насекомые-вредители набросятся на них. Отличная идея. 800, да. Пусть мать-земля ведет тебя верной дорогой. Да, пусть она меня ведет, конечно же. Согласен. Давайте рыбку поскидываем обратно. Плыви, рыбка. Вернем ее домой. Вали Таурена. Вали Таурена. Кстати, я забыл, надо его опрыскать. Но. Отлично. Это Акама вызывает вот этот вот навык. Наш компаньон, тень Акамы. А то этот навык везде появляется. Я думал, меня им бьют. А это, видимо, Акама врагов таким образом избивает. Так, давайте-ка опрыскаем. Эй, хватит рыба кидаться, ты чё, охренел? Совсем офигели эти драгбары.
драгдиллеры. Слишком легко. Приезжай, засранцы. Денежку забираем, остальное нафиг не упало. Летим, рыбка. Лети домой. Ну, давай, 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 давай. Нападай на него. Блин, не попал в воду. Жалкий каркан! Не лезь куда не надо! Кушайте, кушайте, твари. Кушайте этого драгбара. Отлично. Сколько нам еще? Еще одну рыбку и драгбар одного опрыскать, и все, и задание готово. Давай, 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 наступай. Отличненько. Так, еще рыбка одна, вот. Сдавать. Джейл, личная грива. Все сработало как нельзя лучше. Я пока оставлю этот опрыскиватель у себя. Наверняка в предстоящих битвах он еще пригодится. Не то, не то мне не надо, берем. Пусть будут полноводные. О, фиолетовый посинело. Блин, надо было попробовать другое взять. Что там было-то? Что там было? Вот это, наверное. Ладно, сдаем. Что привело тебя сюда? Если племя речной гривы перестанет поставлять рыбу на нашей горе, скоро... А, ну да, начнется голод. Как рыба без воды. Спасибо тебе. Тебе удалось спасти достаточно рыбы. Уже скоро появятся новые мальки. Береги себя. Так, мы забыли освободить пленных тауренов. Пойдемте займемся этим делом. Самые наблюдательные из вас заметят, что сейчас не то время, не та дата. Я продолжаю серию на следующий день. Вот. Да, Новый год скоро. Движуха началась новогодняя, так что не успеваю. Не успеваю везде. Сначала нужно выбрать цель. Так, откроем, пожалуй, дверьку. Освободим бедных тауренов. Спасибо, пожалуйста. Моя спасительница. Так, я вас провожу в небытие. Я проводил их в небытие. Чем могу помочь? Они вернулись,
относительно целыми и невредимыми. Спасибо тебе, скверняшка. Да хранят тебя предки. Говори громче. Я уже не так хорошо слышу. Драгбары захватили мою пещеру. В ней наше племя практикует магию воды. Оттуда же мы берем самую чистую целебную воду во всем Крутогорье. Найди меня там, и вместе мы очистим это священное место от обитателей мрака. Если собьешь пещеры источника жизни на востоке, встретимся там. Да я с тобой пройдусь. Хотя нет, видимо, не пройдусь. Так, ну я здесь был, в принципе, я уже знаю, но помню, как в первый раз я бегал, искал вход. Я даже забрался вот на эту гору. Можете посмотреть там за человека. В Крутогорье я там как раз начинал прохождение. Да хранит тебя мать. Ты готова? Мы отправимся вглубь пещеры. Драгбары в таких темных местах чувствуют себя как дома. Драгбары разбросали по нашей пещере свои гнусные кристаллы. Они впитывают ее магию. А когда насытятся энергией, драгбары их забирают. Мы должны собрать эти кристаллы сами, чтобы магия, которую они поглотили, постепенно рассеялась и ушла обратно в воду. Иначе драгбары наверняка найдут способ исказить ее и использовать в своих целях. Анше укажет. Идем. У меня какой-то суставы разболелись. Какой-то из других племен Крутогорья презирает нас за наше миролюбие, но мы можем, но мы тоже приносим пользу. Чего? Какой-то из других, за миролюбие обеспечивает всех. Мы обеспечим, короче, всех пищей и лечим раны. Угу. А еще задание. Этот молодняк должен научиться уважать старших, доморощенные спелеологи. Драгбары и их духи ярости земли заполонили нашу пещеру. Они искажают ее природную магию и уничтожают элементалей, которые обитали здесь с незапамятных времен. Мы должны прогнать их из этого священного места. Пусть мать земля ведет тебя верной дорогой. Ну, пойдем. О, теперь я чувствую, что я играю в Mass Effect. У меня сразу два компаньона. Один слева, один справа. Жаль, диалогов нет с напарниками. Так, собираем. А, это наш... Говори громче. Я уже не так хорошо слышу. Уйди от этого элементаля, я хочу на него взглянуть. Живая ярость. Кипящая живая ярость. Прости. Не могу достать. Здрасте. Нужно подойти поближе. Так, нормуль. Сейчас быстренько тут все закончим. Четыре уже собрали. Отличненько. Подъем наверх. Так. Сейчас соберем здесь кучку. За мной, все сюда. Я не могу атаковать эту цель. Вот. А, еще один живой. Вот так надо действовать. Эй, слышишь? Не трогай. Не трогай Джейл. Неподходящая цель. Лично так поговорим. Да хранит тебя, племя речной гривы невоинственное, но мы покараем тех, кто осквернил нашу священную пещеру. Драгбары узнают, что такое магия воды. С возрастом приходит мудрость, а с мудростью сила. Если собьешься, да ё-моё! Иди по течению реки. Дайте мне задание сдать.
Река – источник жизни. С возрастом приходит мудрость, а с мудростью – сила. Доморощенные спелеологи. Пещера уже почти вернулась к первозданному виду. Пусть мать-земля ведет тебя верной дорогой. О, с них можно, кстати, руду собирать. Говори вот громче. Да блин, уйди, дай мне я самое. Я уже не так хорошо слышу. Так, заданница, отлично. Образец живого силового камня. Это не обычный силовой камень. Он гораздо живее, и огни внутри образуют сложные чарующие узоры. От него сложно отвести взгляд. Ваш наставник в Далране определенно захочет взглянуть на него. Окей. Так, нам куда дальше-то? Мы что-то тут забыли. А, ничего не забыли, нормально, сейчас. Река-источник жизни. Река-источник жизни. Так, вот река, это собираем. Источник, да блин, она... жизни. Джейл мешается, блин. Под руку. Не дает мне собрать материалы. Так. Да хранит тебя мать, мне кажется, земля. Мне кажется, что теперь, когда во владении Дракбаров оказался молот Казгарота, им стала подвластна более сильная магия. Это очень печально звучит. Теперь, когда магия вновь распространилась по пещере, равновесие стихии будет восстановлено. И Дракбары надолго тут не задержатся. Дракбар ко мне... Мант по имени Гелмок проник в наши священные водные пещеры и намеревается вобрать в себя их силу. Мы должны уничтожить его, пока он не стал слишком могуч. Сейчас он находится на верхнем ярусе пещеры. Так, хорошо. Разберемся с ним. Твои реки. Мои реки будут полноводными. Так, 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 я правильно иду? Правильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. А, вот, правильно, все. Первый раз, когда я тут был, тоже не мог найти проход. Не можешь справиться... Источник жизни. Не можешь справиться с этим... с этими... ранирами, Гелмок. Я тебя переоценил. Я тебя переоценил. Когда закончишь, мы будем ждать тебя в речном роге. Гелмок, дружище. Гелмок. Дайте я впишусь немножко. Не нужна цель. Готов, голубчик. Так, давай сюда. Да хранит тебя мать. Я никогда земля. Не видела такого... преображение Драгобара. Видать, молот Казгарота действительно очень мощный артефакт. Сдерживаемый гнев увеличивает максимальный запас гнева на 40 единиц. Уменьшает получаемый вами магический урон на 16%. Плюс 1 знание Элидари. Возьму вот это. Речной рог — это... это о нем говорил король подземелий. Там мой дом. В речном роге мы храним припасы на зиму. Надо как можно быстрее добраться туда и предупредить всех остальных. Встретимся там. О, сила артефакта. Отлично. Анше укажет тебе путь. Анше укажет тебе путь. Валим. Вот он. Гелмок. Давай убьем его еще разок. Не можешь справиться с этими ранеными, Гелмок! Я тебя переоценил! Король подземелий, здравствуй. Давайте его прям тут убьем. Когда закончишь, мы будем ждать тебя в личном роге. Пинайте его, народ!
Отличненько. Так, сила артефакта у меня здесь где-то. Давайте ее сразу. Нет, не оно. Или мне ее только дадут, когда я сдам задание. Валдисдаль, блин, забыл поселиться здесь. Так, давайте пройдем мимо. Никого не трогая. Слишком далеко. Я тоже умею как уседать. Засранец. В Крутогорье, друзья, наша основная задача сейчас это просто пройти эту вот сюжеточку, забрать молот, как его там. Забыл, какое артефактное оружие здесь. Какой-то молот. Вроде как. Вот, и потом Сурамар. Потом Сурамар. Потом. Ну, по пути надо сейчас будет зайти в рейд. Я еще ни разу в рейде не был. Хочу попробовать. Хочу попробовать. Думаю, в следующей серии, возможно, пойду схожу в рейд. Блин, но сначала надо данж сделать, который мы пропустили. Испытание доблести. Нет, не то. Не могу достать. Отвали. Так. Вот это. Казематы стражей. Ну, после казематов стражей тогда сходим. Чё, как, чё, куда, кому? Я что-то по привычке прибежал к этому рыбаку. Открыта новая территория. Шикарно. Так, у вас тут поселиться нельзя, случаем? Да, можно. Отлично. Приветствую. Добро пожаловать. Ступай с миром. И давайте, здравствуй. Давайте сразу продадим мусорок. Так, 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 так. Шикарно. У меня уже 4000 голды, можно еще докупить фамильных шмоток. Я сейчас именно занимаюсь тем, что скупаю фамильные шмотки. Береги себя. Пам-пам-пам-пам. Так, прыгаем на маунта. Так, сила артефакта где она? Я ж ее так и не активировал. Или активировал? А, нам, блин, ее ж не дали еще. Ё-моё, чё я туплю? Второй раз затупил. На ту же тему. Говори громче. Кажется, мы опередили короля подземелий. Вот она, сила артефакта. Я не настолько резва, чтобы добежать с этими капушами до безопасного места. Возьми мой рог и протруби, когда будешь готова начать эвакуацию. Надо вывести всех отсюда, пока не явились драгбары. С этим помогут воители. А пока отправь их к духостраннику смоляному рогу. Пусть старый чудак присмотрит за ними, пока не минует опасность. Пусть мать-земля ведет тебя верной дорогой. Так, сила артефакта. Сожрем сразу же. Отлично, можем прокачать клиночки наши еще разок. А ну бегом. Эвакуируемся. Эй, что? Почему не сработало?
вперед. Сюда идут драгбары. Драгбарам никогда не победить нас. Они же просто сборище примитивных дикарей. Вы их недооцениваете, друзья. Блин, они плохо, они тут устроились. Красивые юрты. Облагорожено все внутри. Шикарно. Шикарно выглядит. Ох, рыбка. Класс. Джейл постарается договориться с драгбарами. Другие племена нас не поддержали, так что у нас нет выбора. Придется заключить мирный договор. Да светит тебя. А тебе придется бежать. Солнце. Беги. Эвакуироваться? Но мы возделывали эту землю на протяжении многих поколений. Да, печально, согласен. Так, надо где-то там крикнуть. Дунуть, точнее. Тут больше. Народу. О! Ну это же наша земля. Сюда идет король подземелья. О, нет! Так. Готово. Все, эвакуировали деревню. Духостранник Смоляной Рог. Приветствую тебя. Кстати, в новом дополнении, а может даже и раньше, добавит именно этих тауренов. Вот за них можно будет играть. Ну и не только их, конечно добавит, там и эльфов каких-то. Я знал, что ты придешь. Дворфов каких-то каменных с красными глазами. Король подземелья уже близко. Лучше не убирать далеко оружие, мало ли что. Бегите! А вот и король. С этим молотом я хозяин горы! Нифига себе, вот это навык. Даргрул это, Даргрул. Он хозяин горы, вы поняли? Так, я, пожалуй, поговорю с духостранником. Я верю, что действия одного единственного существа. Да, это был мой совет вождям и королю подземелья, отдать молот Казгарота чужеземцам ради победы над легионом. Но кто мог подумать, что король отреагирует так агрессивно? Хватка короля подземелья. Радует лишь то, что Даргрул не знает, для чего нужен этот молот. Он думает, что это оружие, хотя на самом деле это инструмент созидания. Но он уже воспользовался его силой, призвав из земли каменные кулаки, крепко схватившие несколько наших соплеменников. Наше оружие против этой магии бессильно. Но, возможно, ты обладаешь силой, способной разжать эти каменные кулаки. Поможешь? Мы надеемся. Конечно, помогу. На тебя. Даргрулу мало было просто уничтожить деревню. Он послал своих скальных налетчиков, чтобы они забрали с собой все ценное, что здесь осталось. Прошу тебя, воительница, если ты и правда та, чье появление я предвидел, докажи это. Убей как можно больше этих налетчиков. Может быть, тогда они остановятся. В этой войне победят не армии, а герои. Да, герои победят. У меня нет цели. Лежать, налетчики поганые. Кто следующий? Кто следующий? Я тебе не место! Да-да, давай, нападай. Чем вас больше, тем лучше. Мне нужна цель. Я не могу атаковать эту цель. Шикарно.
Так, сколько там еще? Еще троих налетчиков. Джел, речная грива. Надо освобождать людей. Джел, беги в деревню, срочно. Моя деревня. Ее больше нет. Ну как нет? Вон она стоит. Немножко разорвала ее, но ничего, потом починим. Так, прости. Отпусти оленя. У меня нет цели. Блин, цели нет. Хорош. Здрасте. Здрасте. Так, забираем денежку. Оакин, железный бык. Спасайся, друг. Прими мою благодарность. Не за что, срочно беги в деревню. Так, а что там такое? Подождите, дайте я еще освобожу кого-нибудь. Отлично. Тебе помочь, сову? Надо посмотреть, не выжил ли еще кто из воителей. Надо. Так посмотрим, почему бы и нет. Эти, как бы миновать вас. Не нападайте на меня только. Я так долго ждал тебя. Я многое слышал о твоей помощи племени Речной Гривы. Когда мы впервые встретились в Долоране, я, конечно, не думал, что ты так много для нас сделаешь. Мы все очень тебе благодарны. Хватка короля подземелий. Драгбары в таком количестве не выбирались на поверхность уже больше столетия. Мы о них почти и думать забыли, разве что пугали ими непослушных детей. И не зря пугали. Молодцы. Здесь, в Крутогорье, мы не забываем древних обетов. Да. Ты сражаешься как истинный воитель. Это старый анклав драгбаров на нашей территории. В свое время мы торговали с ними. Теперь это их основная база, с которой они совершают свои набеги. Мне понадобится время, чтобы собрать наших оставшихся воителей. Отправляйся в анклав и перебей всех, кто встретится тебе на пути. Постарайся выиграть для нас как можно больше времени, пока мы собираемся с силами. Наш народ вместе с тобой выступит против пылающего легиона. Да. Спасибо вам, Таурены Крутогорье. За вашу поддержку. Надо вам помочь. Надо разобраться с этими погаными драгбарами. Чтобы мы наконец смогли бы заняться легионом. Более интересными вещами. Слишком далеко. Так, отличненько. Дропик, дропик. Драгбаров и моноспинных каких-то там чертяк сюда. Неподходящая цель. Так, двоих драгбаров надо замудохать. Камнегрыз. Драгбар, камнегрыз. Отлично.
Хорошо, что всего три штуки надо убить. По три штуки. Меня застанили. Я тоже так могу, смотри. Камни грыз. Кололом. Я не могу атаковать эту цель. О, с него руду можно собрать. Как интересно. Интересно, задание тут тоже рандомно падает? Задание по профессии именно. Ну, попробуем еще разок. Ну ладно. Вайтелёр. Приветствую тебя. Спасибо тебе за то, что помогла расчистить нам путь. Теперь мы уже можем нанести удар по самому Драгрулу. Ништяк, давай убьем его. Мы пойдем за Драгбаром в пещеру, то есть сделаем то, что запрещали нашим детям. Но несмотря на запрет, несколько наших воителей уже пошли по следу Драгрула. Вперед, давайте вместе отобьем у врага молот Казгарота. Вот как называется то, что мы ищем. Молот Казгарота. Так. Придется кольцо брать. Окей. Крутогорье выстой как раз вовремя. Мы расчистили путь к Даргрулу. За мной. Бегу. Мой хвостатый друг, я тебе помогу. Король подземелий Даргрул! Выбросайте мне вылет! Ай-яй-яй. Мой король, ты не всех убил. Быстрее надо освободиться, а то их сейчас убьют. И я не смогу помочь. Передай их своим убили. Друзьям, Шанранир. Когда я опускаю силу молота, всех вас ждет гибель. Их убили, засранцы. Проткнули насквозь всех моих тауренчиков. Воитель Ора. Как так? Как так? Блин, я отомщу за тебя. Они ответят. Печаль, печаль. Да. Ну ладно. Rest in peace, братюнь. Rest in peace. Нужно возвращаться, да? Покиньте анклав камнегрызов. Поток мягкой козьей шерсти. Что? Тончайшее руно. Это где такое задание? Это где? А, точно. Оставил пару заданий в этом. Как его? В Штормхейме. Ими мы займемся в самом конце, всеми второстепенками, всей такой бесполезной фигней. Может, там, конечно, будет что-то интересное. Вот. Но сам сюжет, конечно, должен быть в приоритете. Сюжет интереснее всего. Так что. Эй. Сначала нужно выбрать цель. Духостранник Смоляной Рог. Я ждал твоего появления. А что Ора и остальные? Они выбрались? Сколько разрушений, сколько хороших воителей погибло сегодня. Теперь ясно как день, что нам нужна вся мощь племен Крутогорья. Только так мы вернем себе молот. Забираем кольцо. Охренеть, эпическое. Шикарно. Даргрул неспроста атаковал речную гриву крупными силами. Их фермы и пастбища снабжают продовольствием всю округу. Прошу тебя, приведи Джейл в громовой тотем
если удача улыбнется нам, Майло пришлет сюда подкрепление. А мы здесь соберем всех, кто уцелел, и двинем следом. Мы надеемся на тебя. Даргун забрал молот Казгарота прямо на глазах у всех вождей, включая меня. Улан, наш вождь, попытался остановить его и погиб. Майло продолжает дело отца, но пока еще она не вождь. Даргрул не просто похитил молот, он расколол наш народ, вбил клин между племенами. Да, из-за этого он умрет. Так. Река — источник жизни. Река — источник жизни. Так, интересно, насколько... Какой у меня уровень артефакта? 821. Растем потихонечку, растем. Нужно подойти поближе. Надо сейчас будет прокачать. Ходить артефакт. Неподходящая цель. Но это я сделаю уже за кадром, наверное. Сейчас проводим джейл и уже будем завершать эту серию. Эй, что такое? А, нам придется драться. Понятно. Лежать. Не на тех напал. Вождь племени речной гривы. Зимний старорог. Хочу себе такого маунта. Оленя имею в виду. Или это лось? Лось, по-моему. Спасибо тебе. Теперь Лосяра. Мы в безопасности. Пойдем потолкуем с Майлой. Пойдем. Толкуем. Да хранит тебя мать земля. Джейл, хвала духам, ты вернулась. Майло, король подземелий, разорил речной рог. Разорил? Да, разорил. Это все, что ты скажешь? Так-так. Я надеялся на более глубокий диалог. Давайте поговорим. Мы редко пускаем чужестранцев на свои земли. Речной рог уничтожен, но и мерзавец этот Драгрул. Даргрул. Я не успокоюсь, пока эта гнида не сдохнет. Тут написано гадина, но и мой вариант лучше. Но с той армией, что у нас, мы его не одолеем. Нам понадобится помощь других племен. Племя кровавого тотема возглавляет Тарок. У него крутой нрав, но его помощь может оказаться очень полезной. Он не жалует чужаков, но ты... Ну ты же ведь это уже знакома с посланником Акимом Железным Быком. Ты спасла его в речном роде. Возможно, ухватившись за эту ниточку, ты сможешь убедить племя кровавого тотема вернуться к нам. Крутогорье очень нуждается в их помощи. Без них нам трудно будет одолеть драгбаров и вернуть молот Казгарота. Будь начеку, скверняшка. Крутогорье выстоит. Король подземелий Даргрул забавляется, уничтожая мой народ. Он думает, что победив нас, сможет отразить натиск Пылающего Легиона. Но когда я с ним разберусь, он пожалеет о том, что напал на меня, а не на Легион. Так, тут задание. Жертва отца не все равно мы эти задания... Все равно мы эти задания будем брать... Ну, то есть перечитывать в следующей серии, поэтому возьмем их в следующей серии. А пока что, друзья, я с вами попрощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и увидимся в следующих сериях. Всем пока!